В Октябрьском районе сотрудники полиции раскрыли необычное преступление. В Уголовном кодексе оно классифицируется как разбойное нападение. Правда, от рядового случая происшествие отличается пикантными деталями. Заказчик и потерпевший познакомились в Москве, в одном из подпольных публичных домов. Оба гражданина – транссексуалы. Заказчик помог потерпевшему, которого насильно удерживали в борделе, сбежать оттуда и перебраться жить в Саратов. За что потерпевший обещал материально отблагодарить спасителя. Однако с обещанным вознаграждением не спешил. А когда заказчику понадобились средства на пластическую операцию по смене пола, он потребовал деньги, но получил отказ. Именно тогда, говорит подозреваемый, и возникла идея разбойного нападения. Он нашел двух исполнителей, которые проникли в квартиру к потерпевшему, где под угрозой холодного оружия связали его и похитили денежные средства, два ноутбука и два сотовых телефона. Как пояснил сам заказчик данного преступления, ему были срочно необходимы деньги на то, чтобы сделать пластическую операцию.